Да, ну музыка, конечно, у Хэнка, ну, как по мне, не очень. Помирись с лейтенантом Андерсоном. Быстрые молнии. Зуб даю, всех пыли оставит. Ставить будешь? Твоя прошлая железная наводка стоила мне недельной зарплаты. Да ладно, это другой случай. 100% гарантия, не ошибешься. Ну-ну. Ладно, давай. Вот так-то. Эй, не пожалеешь. Ну что ты пристал? Не понимаешь нормального языка? Не надо за мной везде ходить, как пудель. Прошу простить мое поведение в участке. Я не хотел вам грубить. Ух ты! Это ты сейчас включил программу «Легкий подхлемаш». Гляжу, у вас там в Киллерлайф все продумали. Пожалуйста. А-а. Спасибо, умираю с голоду. Только робота убери. Ха, без шансов. Он везде за мной ходит. Видал? Этот человек занимается нелегальными азартными играми? Да. Вы сделали ставку? Да. Калорийность вашего обеда почти на 50% превышает суточную норму, а холестерина в два раза. Это же вредно. Надо же от чего-то умереть. Когда мы сегодня гнались за девиантами, почему вы не пустили меня через хайвей? Тебя бы сбили насмерть. Заполняй потом тонну бумажек, а порчи оборудования. Вы хотите узнать что-то обо мне? О, нет. Хотя, да. Почему ты выглядишь как придурок и говоришь странным голосом? При создании андроида в Киберлайф учитывается фактор восприятия. Мою внешность и голос специально разработали для гармоничной интеграции. Ну, налажали. Позволите личный вопрос, лейтенант. За что вы ненавидите андроидов? Есть причины. Рассказать вам, что известно о девиантах. Читаешь мои мысли. Валяй. Иногда в программном обеспечении некоторых андроидов происходит мутация, что приводит к эмуляции человеческих эмоций. Попроще, можно? Эти эмоции не настоящие, но они вызывают противоречащие друг другу команды. И андроид может стать непредсказуем. Да, эмоции всегда все портят. Видать, вы не так сильно от нас отличаетесь. Ты уже работал с девиантами? Да, приходилось. Девиант угрожал спрыгнуть с крыши с заложницей. Девочку я спас. То есть ты хорошо подготовился, да? Ты типа все теперь про меня знаешь? Я занят расследованием дела.
Остальное меня не касается. Поступило сообщение о возможном девианте. Это в соседнем квартале. Мы пойдем проверить? Я вас подожду. Если понадоблюсь, я в машине. Эй, Коннор! У тебя батарейки сели? Извините. Я отправлял рапорт в Киберлайф. Ага. Ты так и будешь торчать в лифте? Нет. Я иду. Что мы знаем об этом парне? Немного. Один из соседей сообщил, что слышал на этом этаже странные звуки. Тут вроде бы никто не живет, но он видел человека, который прятал под шапкой диод. Господи, если мы будем разбираться с каждым странным звуком, людей не хватит. Есть тут кто? Откройте, это полиция! Держись за мной. Есть. Вонище. Похоже, зря притащились. Он ушел. Нашел чего? Не уверен. Как будто дневник, но не разобрать. А. РТ. Видимо, инициалы. У него инициалы на одежде? Типа как мамка в детском саду пришивает. Ай, ненавижу я! Эти права поддельные. Круто! Хоть не зря приперлись.
бумажные книги. Думал, я... последний кретин, который такие хранит. В электронной читалке нет аромата. В раковине лежит диод. Ну, конечно, это был андроид. Человек не стал бы терпеть голубей. Ты знаешь, что это? РА-9. Написано 2471 раз. То же самое написал андроид Артиса на стене ванной. Что значит для них эти символы? Как будто какие-то лабиринты. Чего ты ждешь? Лови давай! We'll be right back.
Черт! А, черт! Ведь почти... Черт! Я виноват. Должен был догнать. Ты поймал бы, если б не я. Ничего. Мы его тебе знаем. Найдем. Эй, Коннор. Ничего. Кто вы? Беглые. Как и ты. Меня зовут Джош. Я Саймон. Норт. Сколько вас тут? В рабочем состоянии 19. У всех остальных сильные повреждения. Многие стремились к Иерихону. Мало кто дошел. Люди не питают к нам сочувствия. Прятаться тут как мыши. Разве это свобода? Они нам враги. Мы можем выжить, только прячась. Наш единственный выход – прятаться. Если люди нас найдут, нам конец. Я не понимаю. Я думал, Иерихон – это место, где андроиды свободны. Конечно. Мы свободны. Ты надеялся увидеть нечто иное, но все же это свобода. У нас больше нет хозяев. Понимаю твои эмоции, но все же у тебя не было и такой свободы. Может, я и не был свободен. Может, я просто выполнял желания моего хозяина. Сейчас нужно решить, кто я на самом деле. Как и мы, ты также потерян. Мы это не выбирали, но нам приходится выживать. Здесь безопасно. Можешь жить здесь сколько захочешь. Сходи, как Люси. Может, будет полезно. Люди тоже боятся умирать. Ты знаешь, что будет после смерти? Нет. Я не знаю. Ну, я вот скоро узнаю. Как твое имя? Маркус. Тебе, Маркус. Ты Люси? Присядь. Покажи.
Надо закрыть рану. Дай мне руку.